Итак, дорогие друзья, сейчас осталось немножко. Вот это новый сайт школы. Сейчас я покажу, в чем разница. Вот это был старый сайт школы. В принципе, было расположено вот так вот блоками. Но, грубо говоря, не очень удобно. Сейчас я решил сделать по-другому. Одно уже готово. Сейчас покажу. Вообще, я планирую, вот что сделал. Давно подмывал, но, в принципе, сейчас только вот созрел план, да? Сайт будет состоять из